Зима уже не за горами. По сообщениям метеорологов, совсем скоро температура в регионе опустится ниже нуля. Готовность муниципальной техники к зиме проверил глава администрации города Александр Кузьмичев. Всего планируется задействовать 105 единиц спецтехники. Готовность на сегодняшний день составляет 80%. Ежегодно технопарк СМП пополняется новыми машинами. Зимой потребности в технике, уверены в администрации, горожане не ощутят. В этом году на 16 миллионов рублей было приобретено новой техники для нашего предприятия СМП. Предприятие активно развивается за последние годы. Хочу обратить внимание, что если еще 3 года назад было всего лишь 4 комбинированных дорожных машины на базе автомобиля КАМАЗ, то сегодня уже 16 новых автомобилей. Это позволяет за одну загрузку песко-соляной смеси обрабатывать большее количество улиц, соответственно, это экономия. Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, можно контролировать ее передвижение по городу. Ну и запустили еще и такую тяжелую технику, как трактор «Кировец», который тоже будет использоваться в этом году для уборки снега на улицах города.